Минфин России завершил большое исследование доходов российских регионов. Эксперты внимательно изучили 10 территорий. Среди них пятерка суперуспешных, вроде Москвы и Московской области, и пятерка откровенных аутсайдеров. Тут мы нашли Мордовию. По итогам финансисты составили список рекомендаций, которые сделают любой региональный бюджет полной чашей. Начать советуют с легализации трудовых мигрантов, которые получают серую зарплату и не платят подоходный налог. А эти деньги идут полностью в региональный бюджет. Еще одно предложение Минфина – чаще ходить в рейды и выявлять случаи, когда жилье сдается в аренду без договора и, соответственно, без уплаты налогов. А вот здесь должно стать плохо тем, у кого в собственности есть автомобиль. Следует расширить практику использования мобильных камер видеофиксации. При разработке планов по установке новых точек видеофиксации следует внимательно относиться к выбору места их установки, проводить анализ эффективности их установки в данном месте. В подобного рода анализе главную роль должна играть основная цель развития системы снижения уровня нарушений правил дорожного движения. Но оценку потенциальной собираемости штрафов также следует проводить. В качестве идеального примера эксперты приводят столицу страны. В Москве парковки приносят местному бюджету ощутимую прибыль. Причем вложения в проект платных парковок – очень скромные дорожные знаки и комплексы фиксации правонарушений. Они очень быстро окупятся, утверждают эксперты Минфина. Эти рекомендации – не прямое руководство к действию, конечно же, но мы позволим себе напомнить, что для региона с таким госдолгом, как у Мордовии, даже пожелание Минфина будет восприниматься как обязательное к исполнению. Юлия Прунова, Павел Толобаев. Наши новости.